Доброго времени суток. Сегодня будет первый наш урок. Какой? Сейчас мы узнаем. Нажимаем на чек-лист. Опускаемся ниже. Ищем, где у нас находится чек-лист. Вот он. Нет, вот он. Чек-лист на блоге находится у нас. Чек-лист. Вот наш чек-лист. И что у нас здесь? Здесь нам дается, что нужно в первую очередь сделать трейлер для нашего канала. А кто не знает, что это трейлист, можете его прочитать, можете посмотреть клип, все на свете. Мы так и назовем этот клип. Трейлер для новых зрителей. Копируем его. Что у нас? Заходим к себе. Находим блокнот. И сразу в блокнот мы записываем, что у нас клип называется так-то, так-то. В описании можно сразу написать вот это. Вы уже создали, подготовили канал. Он подключен. Мы берем все это, копируем. Возвращаем к нашему блокноту. Что-то у нас два блокнота, один убираемый блокнот, трейлер, и опускаемся ниже. И здесь мы уже даем, вставляем описание. Так как у нас нету медиа-сети, мы же делаем канал для тех, которые вообще никого нету. Ничего нету. Ну, где-то так. Уже создали и подготовили канал. Однако он еще не готов к работе в техническом плане. Вам нужно сделать следующее. Создать трейлер, к примеру. Так. Как создать трейлер? Заходим к себе. Так, заходим к себе. Ага, мы уже все. Нажимаем на вот эту кнопочку. Здесь мы выбираем поиск. В поиске вводим просто, ну, возьмем, давайте, море. Нажимаем на поиск, нажимаем картинки, дальше мы нажимаем инструменты поиска, дальше мы переходим право на использование, нажимаем на эту кнопочку и нажимаем с лицензией на использование и изменения. Нажимаем. Вот эти картиночки можно использовать уже в полном объеме. По идее, нам не должны ничего сказать, если у нас нет уже, если у нас нет ни фотоаппарата, нет, ничего нету. Что-то мы неудачно запрос сделали. Ну ладно, давайте из того, что у нас есть, что мы здесь возьмем, я даже не знаю. Давайте название. А, я написал не море, а мер, кажется. Ну, давайте на О переправим, что нам даст. То есть опять неправильно. Вот этого О. Все, обратно мы делаем, инструменты нажимаем. С лицензией на использование. Вот все у нас осталось. Вот это дело другое. Ну, давайте возьмем какой-нибудь, ну, вот этот проходик. Ага. Опять же, подождите, что-то у меня не получается. У нас точные размеры. Надо еще. Вот это запомните размеры, которые нужно писать. 1280 на 720. Нажимаем поиск.
лицензия на использование есть, размер у нас есть. Вот теперь все. Теперь можем выбрать картинку, которая нам нравится. Ну, к примеру, мы выберем, я не знаю, что вы хотите выбрать. Я, к примеру, выберу пальму. О. Нажимаем в полном размере. Нажимаем на картинку и... Ладно, ничего страшного. И нажимаем «Сохранить изображение как». Сохраняем это изображение. Не закрываем, а вот нажимаем на вот эту кнопочку, чтобы нам узнать, где это изображение находится. И показать папочке. Вот наше изображение. Теперь мы это закрываем все. Что-то это у нас здесь сзади. Тоже можем закрыть. Теперь нажимаем на наш на нашу картиночку, выделяем и открыть с помощью киностудии. Вот наш рисуночек. Теперь дальше что? Не надо голову ломать. Не бойтесь, сделайте все, что я делаю. Повторяйте за мной действия, и все будет у вас получится куда-нибудь здесь. Нажимаем теперь на название. Видите, название нажали, у нас получился мой фильм. Как же нам будет наш фильм называться? Я, к примеру, возьму, так, это я все закрываю теперь. Вы тоже можете закрывать, чтобы не путаться потом, где, что, почем. Опа, что-то я тот канал закрыл. Нажимаем мой канал, да закрыть жить. Берем свой, название своего канала. Возвращаемся и пишем сюда название своего канала. Вставить. Мы можем. Что мы можем? Мы можем сделать его вот таким. Мы можем его сделать, ну, мы же сделали, еще добавить. Мы можем его сделать боковые, наклонные. То есть мы можем его сделать любого цвета. Мы можем, мы много чего можем. Так, ну все, поднимаю его, ставим где-то посередине. У нас готово. Теперь мы можем сделать правку. У нас 7 секунд, мы сделаем его короче. Сделаем, к примеру, 3. 3. И что у нас получилось? Пожалуйста. Теперь мы можем вернуться на главную и нажать заголовок. И ввести заголовок, к примеру, ну, напишем, что представляет, давайте. Представляет, да? Это мы убираем. И пишем, что здесь... Могу с ошибкой написать. Представляет. Выделяем, возвращаемся сюда и можем то же самое же делаем. Представляет, делаем крупнее, делаем наклон, делаем, ну, все можем делать. Поднимаем его выше, посередине приблизительно. И давайте еще добавим какую-нибудь композицию, чтобы для красоты. Вот это, к примеру. И у нас что получается? У нас уже кое-что получается, ребята. Давайте. Так, давайте мы вернемся. Зайдем сначала в правку. И сделаем за место семерки, сделаем. Ну, опять же троечку, наверное. И теперь мы можем посмотреть. Представляет.
видеофон представляет, и можем опять добавить, возвращаемся на главную и добавляем название. Ну, вот у нас не туда название, попробуем перетащить его. Вот так. Видеофон представляет название. Так. Берем немного так. Видеофон представляет. И вот здесь мы вводим. Это мы убираем. Возвращаемся к себе на канал. Что же он представляет? Кошмар. Бесплатно для коммерческого использования. Указание авторов не требуется. Ну давайте мы вот это возьмем текст. Копируем этот текст. Возвращаемся и вставляем его вот сюда. Снял. Сообразил наконец-то. Думал. Представляете. Бесплатно для коммерческого. Давайте мы его сделаем поменьше размер, наверное. Так, 48, а мы сделаем его 28. Ну, давайте. И сделаем его по середке. Ну, где-то приблизительно так. Давайте еще раз сделаем правку. Замес семерками сделаем. Давайте уже мы что-то троечку делаем. Теперь мы берем, копируем опять в картиночку и вставляем сюда. Вставить. Опять не туда. Вставилось. Вот, все. И смотрим, что у нас получилось. Видеофон представляет бесплатно для коммерческого использования. Ну, вот, быстро слишком, но ничего. Все, мы создали трейлер, можно сказать. Теперь нажимаем главное, переходим сюда. У вас где-то будет внизу, может быть. А вот у меня тоже здесь как раз для YouTube, потому что что-то оно мне убежало отсюда. А и здесь. И нажимаем для YouTube. Вдаем название, какое мы хотим. Ну, давайте мы дадим название. Какое мы название-то дадим? Ну так и чек-лист мы, давайте еще раз. Всем доброго воскресного утра. Так, чек-лист у нас уже был. А, мы же видите, подождите, я уже запутался с гонкой с этой. Так, это мы уберем. Не сохранить. Сейчас может что-то опять натравили. Мы же решили, что у нас вот это название будет. Трейлер для новых зрителей. Копировать. Возвращаемся. Где у нас? И сюда вводим название. Вставить. И нажимаем сохранить. Фильм сохраняется.
нажимаем открыть папку. Вот наш триллер. Это мы можем уже свернуть. Это мы можем тоже свернуть. Я не знаю, что это такое было. Это мы можем отмена. Это мы можем тоже свернуть. Это мы тоже сворачиваем. Теперь что? Мы заходим на свой канал. Нажимаем на вот эту кнопочку. И перетаскиваем клип свой. Вот так. У нас началась загрузка. Мы давайте уберем все. У нас здесь ничего нету. Вернее, у вас. И вставляем сюда название. Триллер для новых зрителей. Здесь мы можем все это убрать. Потом со временем, если кто будет обучаться моей методике, я вам все это покажу и расскажу. Так, это мы оставляем, а вот это мы переносим сюда. И вставляем его здесь. Давайте его поднимем. А что там у нас? Низко получился. Здесь дадим. Ну, конечно. Оставить. Так. Триллер у нас создался. Надо сделать описание. Мы это описание ставим. Добавляем описание. Как сделать? Так, добавляйте описание. Где-то у нас было описание, да? Мы оставляли. Ну, давайте так вот. Копируем. Возвращаемся к себе на канал. Так. Вставляем. И у нас вот здесь незаконченная фраза. Следующая. Создать. Давайте, я уже на ходу придумал здесь. Создать триллер. Все, у нас описание готово. Так, здесь мы немного сейчас разберемся. Описание готово. Теперь нам нужно ключевые слова. О, мы вот перепрыгнули через много уроков. Это будет урок, посвящен отдельно. Но мы пока перепрыгнем, потому что охота же нам что-то, чтобы у нас было. Давайте мы сделаем... чтобы у нас картиночка была. Картиночка, вот эту картиночку мы сделаем. Где взять ключевые слова? Идем к себе на канал. Нажимаем на вот этот опять же квадратик. Выбираем это. Нажимаем. Вы извините, здесь много что лишнего, но без этого лишнего вам. Я могу сделать короткий, но вам не будет ясно. Так вы хоть заблудитесь, уже будет ясно. Для начала вы заходите ко мне на канал и нажимаете вот на это. Нажали. Здесь вводите, наверное, мы хотим триллер. Нажимаем подобрать ключевые слова. Давайте я много не буду записывать. Ну давайте вот возьмем несколько слов. Вы можете взять больше. Копируем. И куда мы идем? Мы идем опять к этой кнопочке, нажимаем переводчик и вставляем сюда. Вставляем, убираем вот эти все цифры.
Теперь ставим запятые. Переводим, вводим на английский язык, на английское, и просто нажимаем на букву Б русскую. И вот у нас уже, как говорится, веселее пошло. Поняли? Переводим на английский язык клавиатуру и нажимаем на букву Б. Все, у нас запятые готовы. Теперь мы все это копируем. Теперь возвращаемся к себе. А где у нас? Ага, вот он. И вставляем ключевые слова. Поставили. Теперь какой плейлист? А у нас. А вот разные есть. Мы разные. Сюда. Все. Готово. Описание у нас есть, название у нас есть. И ключевые слова есть. Больше нам ничего не надо. Нажимаем опубликовать. Все, трейлер у нас готов. Что с ним делать? С этим трейлером. Триггером. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Здесь мы. Вот так. У нас триллер получился 12, надо было подлиннее сделать. Но ничего, минимум 15 надо делать, я вот здесь ошибся тоже. Теперь мы заходим к себе на канал. Вот наш триллер. Нажимаем на кнопочку. Берем ссылочку, копируем, заходим к себе на канал, зашли к себе на канал, нажимаем, так подождите, главное, нажимаем для новых зрителей. У вас там, я что-то не помню, что будет. Но если у вас что-то стоит, вы можете нажать на вот этот карандашик. И нажать «Изменить триллер». У вас, кажется, будет карандашик, добавить там. И здесь вы можете выбрать. И если нету здесь клипа того, вы можете ввести сюда название. И нажать «Сохранить». Поняли, да? Все. У нас триллер. Так. Триллер готов. В этом триллере идет короткое описание нашего канала. Сразу говорю, это не для профессионалов. Профессионалы стоят в сторонке, курят. Здесь работают новобранцы. Так, все на этом пока. В следующем уроке у нас что будет? У нас в следующем уроке будет давайте мы сделаем сейчас что? Мы сделаем создать страницу. Создать страницу. Даем название нашей страницы. Какое название будет? Я понимаю, что длинный урок получился. Да. Давайте просто берем все это название. Копируем. Так, становимся. Переходим. На блог, вводим название, создаем ярлык. Так, у нас HTML стоит. Возвращаемся опять к себе на канал. Хотя у нас канал то что-то я выключаю этот канал постоянно. Возвращаемся к себе на клип.
нажимаем на описание, копируем, возвращаемся. Нет, не то мы сделали. Мы нажимаем поделиться, HTML-код. У нас уже выпало. Копируем. Возвращаемся. Это мы можем все убрать. Вставляем. Теперь смотрите внимательно. Вот здесь мы можем, ну, что-нибудь поставим. Пробыл какой-то надо сделать. Почему? Дальше поймете. Ну, давайте здесь сделаем пробыл. Ну, вот такие палочки. Теперь можем создать, да? Вот наш ролик. Вот наши палочки. Теперь что? Берем, копируем ссылочку, переходим на другой канал. Так, перешли на другой канал и вводим название нашего клипа. Теперь берем описание, просто-напросто копируем вот это. Копируем, это мы сворачиваем. Заходим к себе на канал. Ставим сюда и немножко опускаемся. Вставляем. А для чего нужно было переходить на другой канал? Чтобы вот эти ссылочки были активными. Если мы сделаем с этого канала, скопируем, то вот эти ссылочки не будут кликабельные. Теперь нажимаем сохранить, опубликовать. Давайте пропустим, наверное. Давайте я нажмем ответ. А теперь посмотрим. Подводим сюда стрелочку и смотрим, что у нас получилось. А у нас получилось. Вот у нас что получилось. Теперь для нового канала. А чек-лист ничего нету. Теперь что мы делаем? Мы берем название нашего канала. Копируем. Возвращаемся. Дизайн. Где у нас, вот он, чек-лист. Нажимаем изменить. Чек-лист мы так и оставляем, а вот сюда вставляем название сайта. Возвращаемся опять, где у нас этот самый клип. Это копируем. И вставляем сюда, вот это мы убираем, вставить, и не забываем нажимать добавить ссылочку. Вот наша ссылочка, и нажимаем, давайте мы поднимем наверх, мне кажется, надо поднять, вот так, здесь вот стрелочки есть, и нажимаем сохранить. Так, все сохранилось. Так, давайте мы вернемся немного. Так, сохранить, нажали. Называем сохранить расположение. Сначала нажать. Потом уже посмотреть блог. Так, чек-лист. Пожалуйста.
триллер для нашего канала и чек-лист. Вот он чек-лист, который... Также мы переходим в триллер. Вот, пожалуйста, триллер. Все кликабельные ссылочки, все на месте. Так, в следующем уроке что у нас? В следующем уроке у нас будет план структуры главной страницы. Вы узнаете, что такое план структуры главной страницы. Теперь что? Это в следующем уроке. А теперь что? Подписывайтесь. Кому интересно, ставьте палец вверх, задавайте вопросы. Что знаю, то вам подскажу. Мне нужно 5 человек, чтобы в течение месяца вывести канал, планочку вести. До новых встреч, всего хорошего. Спасибо за внимание.